Так, всем привет, с вами снова, и мы продолжаем гонять по косоланиям. Фанатским косоланиям все еще не закончили, и у нас на очереди третья часть. Но так получилось, что фанаты сделали две игры, ну, по крайней мере, те, которые я знаю, которую одну нашел я, вторую мне подсказали, по косолания 3, Dracula Curse. Первая — это косолания Chronicles 3, это от той же самой команды, что делала и Chronicles 2, Simon Quest, то есть то, которую мы последнюю прошли. И вторая — это Castlevania 3 2020, или как-то так она называется, тоже сделана одним фанатом, выходила на мобилках и выходила на ПК. Но сначала мы пройдем Chronicles версию, потому что, ну, чтобы продолжить, так сказать, линию предыдущей игры, от тех же самых вот, что и предыдущие сделали, как я говорю, да, от той же самой группы фанатов, вот. Потом пройдем Castlevania 3 2020, и затем перейдем к оставшимся еще трем косоланиям. Другие вроде как я больше не находил. Хотя мне могут подсказать. Ну ладно. Давайте запускать. Угу. И вот, наконец-то, под оружие здесь сделано на, блин, отдельную кнопку. Не нужно больше нажимать вверх и кнопку атаки, потому что просто на современных контроллерах, блин, этих кнопок больше. Можно было бы, если уж делать ремейк, но делать его надо все-таки с удобным управлением. Вот. Так, смена персонажа у нас на селект. Пауза, понятно, на старт. Магия Б, атака X, прыжок, ну, на А. Соответственно, и стрелочки для передвижения. Хотя я бы не отказался от передвижения на стиках тоже. Но я, в принципе, могу это сделать. У меня на контроллере есть удобная кнопка, которая меняет расположение стиков и дипада между собой. Поэтому я в любой момент, даже в игре, которая не поддерживает стики, включить, собственно, управление со стиков. Так что, наверное, я так себе и сделаю. Если, конечно, с них будет удобно управлять. Ну ладно. Нажимаем любую клавишу. И да, War Machine Studios. Или War Machine Studios. Is a non-profit fan-made remake of Castlevania 3 Dracula's Curse. War Machine Studios is in no way affiliated with Konami Computer Entertainment. KC. Сносочка, чтобы Konami их не засудила, но такие сносочки обычно не работают. Типа, что мы не получаем профита с этой игры. Но это не fair use, или как-то так эта хуйня называется. Так что даже если ты ставишь плашку, что я не получаю с этого бабок, способ тебя закрыть все равно найдут. Но, блин, музон тема. Sound level 0, хотя у меня он в ушах бьет по полной. Даже, наверное, потише немножко себе сделать надо. Странно. 6 максимум, причем довольно быстро накапливается. Это самый минимальный уровень. 1 вообще нифига, а 0 самый громкий. Не знаю, почему это работает так, но ладно. Экстра у нас пока закрыта, но думаю, потом откроем. Типа 99 тоже должен быть максимум. Но самое... Но 0 почему-то громче всего. Ну ладно, в любом случае, у вас из-за того, что у меня ограничивается звук в OBS, он будет постоянный. Вот. Так что, наверное, такой я себе и оставлю. Так, ладно, поехали. Выпущен в этом году, кстати говоря, в 2024. В свежак играем, ёпта. Я в него чуть-чуть побегал, и на вид он гораздо лучше, чем предыдущий. И музыка там вполне себе спыженная. С одних из других косолваний тоже неплохие ремиксы вставлены. Как бы на вид и на стиль неплохо. Да, косолвания Chronicles 3, Dracula's Curse, или Проклятие Дракулы. Это, кстати говоря, скрин из оригинальной. Много лет назад, во время 15-го столетия в Европе, жил человек по имени Дракула. Он был, короче говоря,
обладал темными владел темными искусствами, чтобы обратить мир по своему хотению, да? Он начал завоевывать Европу, каждую землю одну за другой. Убивал, короче, братьев, отцов, сыновей, никто не был в безопасности. Да, здоров, Родент. Короче, многие пытались ему противостоять, но никто не выжил. Да, короче, да. Обратились люди Европы к Бельмонтам столетиями, и Бельмонты бились против Дракулы и его демонических сил. В данном случае демонических, демонской армии. В общем, в их... Бельмонтов решили изгнать, потому что боялись их сил. Но сегодня удача на их стороне. Сегодня они наконец-то... Сегодня им повезло, они нашли... К их услугам стал Тревор Бельмонт. И проклятие Дракулы началось, и судьба Европы теперь лежит в руках Тревора. Это так, быстрый перевод. Конечно, не совсем точный, но, думаю, по крайней мере, для тех, кто не говорит на английском, этого хватит. И они подкат убрали, кажется, да. Игра больше похожа на свой оригинал, нежели предыдущая часть. Ну, как я сказал, они сперли не самый плохой саундтрек. Вполне себе неплохо игра управляется, отзывчивая. Тревор почему-то как-то странно выглядит, как... Не знаю. Скорее больше похож на римского легионера, который давно не стригся. Еще одно усиление. Сразу огненный хлыст. Ой. Они вернули много фигни. Вот что мне не нравится, они вернули гребаный счетчик времени в правом нижнем углу. Но вы его не видите, потому что у меня вебка его закрывает. Все так же, левая сторона это у нас здоровье, правая сторона счет и уровень здоровья босса. И посмотрим. Я нашел, кстати, Radiant эту Дракулу 2000, скачал, поставил. Будем проходить ее после этой. Как раз и сравним, и посмотрим, какая из них будет лучше. Да, ладно, святая вода, наверное, лучше будет. Ну да, здесь как бы более привержена оригиналу игра, нежели предыдущая. Потому что, как я говорю, прошлая была более такая, как сказать, активная. С одной стороны, это было неплохо. Ай. А теперь это прям, ну не прям от А до Я, третья часть. Но управляется персонаж больше, как в оригинале. Хотя деньги, как видишь, сохранили. Так что, возможно, будут внутриигровые магазинчики потом. Я, блядь, ненавижу вас, а. О, но они сделали чекпоинты, так что если я отъеду, по крайней мере, не придется проходить заново. Так что, заебись. Ух ты, нихуя, Годзилла. Ну чё, как уничтожить средневековую Европу? Позвать ебучую Годзиллу. Нойс. Ай, прямо из-под жопы вылез засранец. О, ванап. Как нам его забрать? А я, кажется, знаю. Надо примерно прикинуть... Где-то, скорее всего, лестница должна быть. Опа! У нас есть этот двойной прыжок, типа назад. Прикольно. Скорее всего, где-то есть невидимая лестница. И я могу предположить, статуя указывает на нее, да?
Ну-ка. Да. Отсыты того ящера вроде еще в Рондо были. Возможно. Я уже не припомню, поэтому... Потому что Rondo of Blood я проходил давно, мы проходили недавно только ремейк его. Я ничего не путаю, здесь где-то должна быть курочка или что-то такое. Да. Кое-где память меня еще не подводит. Ебаный Флиман. Эти отсыпы не были использованы. В смысле, это типа потом обнаружили эти, что ли, датамайнера? Опс. Немножко не то, что я хотел сделать. Это я использовал магию. Ну, внизу полоска магии, она восстанавливается. Я, правда, не заметил, я потратил сердечки на это дело или нет. Еще один чекпоинт. Заебись. Сейчас должны быть мудмены, да? Нет. Блять, не то взял, зараза. Так, удар еще идет назад. Вот эта вот огненная полоска за спиной у меня. Так, сейчас будет первый босс, если я правильно помню. Щитовик. Ай, блядь. А! Говно. Они использовали буки города из металл-слага. Походу. Ха-ха. Из-за того, что я могу бить назад. Ах ты ж, сука. Эх. Ладно, попробуем использовать. Так, у меня ножа не осталось. Усилок еще забрали, сволочи. Так, усилок, заебись. Возможно. Бля. Полон это из ТБ. Да сука, у него хитбокс больше, чем есть местами. Ёбаный свет. А! Я вообще-то победил этого засранца, когда сам бегал. Правда, как мне это удалось, хуй его знает. Когда я 5 минут тратил времени на то, чтобы проверить, как игра идет, этого хуя я завалил. Правда, было это, получается, 3 недели назад. Видать, что-то я уже забыл. Он прыгает еще, подонок. А, двойной прыжок. Во, заебись, двойной прыжок, все. Как-то слишком он эту атаку не телеграфирует последнюю. Я
Может, я его не побеждал. Что, теперь я уже не помню. Ладно. Возможно, у меня уже спутались воспоминания с предыдущей игрой. Ну, в смысле, когда я проходил третью часть так. Блять, слишком... Блин, я забыл. А, нельзя к нему подходить, когда он встает. У него хитбокс это срабатывает. Зараза, последняя моя жизнь. Да ебаный свет. Потратил, блядь, 4 халса. Кстати, Metal Slug спин-офф выйдет. Metal Slug Tactics. Почему выйдет? Он же уже вышел. Или еще нет? Вышла только Дима вроде. А. Сука. Хитбокс у него, конечно, будь здоров. Сука. Надо небольшую задержку перед ударом его. Блять, хуево телеграфирует атаку. А, говно. Этот гад по воздуху ходит. Ну-ка. Я думаю, это наносит ему урон, но нет. Балбес. Ой, да ладно! Если ты проебываешь все жизни с самого начала, даже без чекпоинта, ну хуёво, чё. То это будет долго. Не, предыдущая игра была к тебе более благосклонна. Здесь они прям что-то совсем-совсем сделали, чуть ли не от Адоя ремейк. Ладно, хуй сделать. А что со здоровьем у босса? Почему оно осталось таким же? Типа, мне дадут возможность его добить просто так? На халяву? Небольшая поблажка криворуким балбесам, как и я. Вообще бы по-хорошему все-таки дотащить эту святую воду туда. Если удастся его точно так же стопануть над собой, можно просто несколько раз дождаться, пока у тебя заполнится шкала этого. Магии. И просто его дождем завалить. Выводы. Вам слабее жестко, если ему сложнее победить этого босса.
Ну типа, Бельмонты с поколениями становятся мощнее, да? Накапливают силу. Бельмотырскую, да? Блин, все-таки зацепила, зараза. Спасибо, статуя с указующим перстом. Твоя помощь неоценима. Немножко не то. Чувак провалился сквозь текстуры, и вот этот звук сейчас безостановочный из-за того, что под текстурами, короче, противник. Ладно, сейчас мы выйдем, думаю, за следующую зону. Блин. А, все. Отъехал. Забавно получилось. Ты специально, блядь, здесь поставлен, чтобы проблемы вызывать? Спавнер прямо под тем местом, где ты находишься. Так, ладно. Я дотащил в этот раз. Туку. Да-да-да-да-да. Ой, блядь, нихуя святая вода его быстро валит. Походу, реально, для таких криворуких, как я, сделано. Он пропустил сразу две своих этих фазы. Либо это баг, либо так и должно быть. Все, деревню прошли. А Икс прямо как из Дракула... Ну, ладно. Рондо Блад. Или Дракула Икс. Так, а тут есть развилки или нету? В оригинале были. Но здесь он сам идет. Ну-ка, я могу менять уже персонажей? Сразу Клок Тауэр. Какой кошмар. Сема, бздишь. Не, нахер. Часы во всех косоланиях мне особо никогда не нравились. 4 удара, значит, да? Но можно, конечно, попытаться понтануться. Сейчас проверим. Ну ладно. Главное бы случайно не подобрать что-либо, кроме святой воды. Здесь она работает охуенно. Музычка, мое почтение. И последний раз по жопе тебе. Готов.
Наверх не запрыгнешь. Давай ближе, Маугли, чтобы я мог въебать тебе. Ага, раз. Два. Три. Четыре. Перепрыгнул. То есть они эту хуйню сюда тоже перенесли. Но я надеюсь, никаких ебучих летающих голов. Давай! Почему каждый раз это должно быть здесь? О, чекпоинт, заебись. О, он активируется автоматом. Я здесь ничего не делаю. Окей, так, рассчитать здесь дальность сложновато. Да, надо прям ускорение иметь. Чувака можно в стагер вести, это хорошо. Да, если быстро его хлестать, он из стагера не выходит. Заебубительно, я бы сказал. Так, бонус. Я потерял святую воду. Сука. И только я хотел сказать, как охуенно, что здесь нет никаких голов. И вот же они же появились. Блять. Ушел как боженька с удара. Надо чаще пользоваться двойным прыжком, кстати говоря. Да, это надо сделать именно таким образом. Бля. Теперь мне точно ванап нужно поднимать. То есть нужно прыгнуть вперед и поймать момент, чтобы прыгнуть в обратную сторону. То есть вперед и назад после этого резко. Ладно, по крайней мере здесь не такая отвратительная. Не такой отвратительный спавнер медуз, как в других каслах. Жить можно, я бы сказал. Но единственное, я почти 100% не могу слезть с этого, с лестницы, если иду наверх, и две лестницы рядышком стоят. Не, походу, здесь деньги это все-таки счет и ничего более. Как и в оригинале. Говорю, сделали как-то прям, ну, слишком уж похоже на оригинал. Так. Да, блин. Привычка, блять, привычка нажимать вправо. Надо стоять, ну, вправо двигать, но после этого отжать эту блядскую клавишу вправо и забыть про нее. И только тогда ты правильно летишь. Ну, ладно, хуй с ним. Я дурак, что могу сказать. И вообще, оно того не стоит, но я хочу попробовать забрать эту штуку. Даже ценой всего. Все равно один хуй придется, наверное, перепроходить заново.
Причем это хитбокс у противников, как будто бы со спины, да? А! Это на самом деле не особо сложно, но черт подери. Почему это так сложно? С одной стороны, не правда ли? Так, окей, я не совсем хотел использовать магию, но ладно, сойдет. А, нет, 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 я дурак опять собрал не то. Ну, блин. Почему оно все заменяет сразу? Ножик-то мне нахер не сдался. Так, ладно, чекпоинт, но он особо... Ладно, будем надеяться, я пройду босса с первой попытки в этот раз. Ну или хотя бы со второй. Этот чувак умер с одного удара. Такое ощущение, что как будто бы ты бьешь монстру куда-то в определенный хитбокс. Он это. Какого-то босса, да? Ага. Так, и походу, когда я использую магию, я абсолютно неуязвим. Не достал. Ну и ладно. Все, дядька отъехал и превратился в этого. А! Все. С первого раза. Но, блин, ну тут ты буквально стоишь внизу, и ты неуязвим для атак босса. Даже для бросков. В принципе, это даже неплохо, что я взял ножи, да? Хотя топор, наверное, все-таки мощнее бы действовал для него. А, моя голова. Что случилось? Где я? Этот подонок. Ты не видел того, кто ответственен за это? Нет? Единственное, кто здесь был, это ты. Скажи мне, что произошло с тобой? Или что случилось? Я направлялся к Кослвании. Моя семья была убита демонами Дракулы. Я отправился, чтобы отомстить за них. Но последнее, что я помню, это тот чертов маг. О! Трагическая судьба Гранта... как его там звали? Дема... Короче, они взяли его фамилию из Castlevania Judgment. Потому что в оригинале, по-моему, у него фамилии не было. Грант имя было, фамилия... Нет. Денести, точно. Как-то так он назывался. Блин, капец, у него очень близкая атака. И я не могу поменять пока персонажа. Скорее всего, это небольшой флешбэк. Магией он не обладает, но бросает три ножа в разные стороны. А еще он прыгает выше. И у него двойного прыжка нет, он сразу. Но им можно управлять в полете. Что-то не обратил внимания, можно ли Тревором управлять в полете, но... Ага. Да гребаный шар, блять, хуй попадешь. Знаете что, давайте просто пробежим. Потому что урону Династии маловат.
него прям удар и беги, да? И еще. Блять. Чисто так, к сведению. Я не знаю, баг это или так и должно быть. Но когда ты приземляешься на землю, ты делаешь комбинацию двойную. Сейчас. Иногда. Просто. Не знаю, заметил такую хуйню, что иногда он делает два движения быстрых. Вот, вот так вот. Походу, когда ты противника атакуешь, у него срабатывает то ли хитбокс, то ли что-то еще такое. Вот, раз-два. Раз-два. Раз-два, опять. Только рядом с врагом, не знаю. Но так как враг не получает урон после первого удара, становится неуязвимым. Толку от этого особо нет, но может быть на боссах хорошо работать будет. Игрант, по идее, умеет ползать по стенкам. На, точняк. Блять. Немножко не то, что я хотел сделать. Так, а бросок вниз ножа тратит, интересно, или не тратит? Так, он примерно тут же, да? Ага, судя по звуку, развалился. Блять, бросками ножей пользоваться выгоднее. Но у меня нет сердец. Многовато, я бы сказал. Со стены ножи, кстати, не тратится. Смотрите, с какой скоростью он может их запускать, да? Блять, атаки со стен выгоднее? Или с потолка? Конечно, двигаешься ты медленнее в два раза. Чекпоинт. И тут что-то показано. Так, сюда я запрыгнуть не могу, к сожалению. Ай, сволочь. А, это колье, мать его, ядрить. Окей. Ну да, выгоднее гораздо это. Блять, почему в других косолованиях нельзя лазить по стенам? Ну, точнее, хотя бы по стенам вверх или вниз. Уф, аккуратнее. А. Да, нахуй нам ворота, мы можем залезть на косолованию полностью вот так вот. Ах ты ж сволочуга. А знаете что? Ну-ка подожди. Он стрелял меня отсюда, да? Блять, не так залез. Видать, хитбокс не достает. Надеюсь, тут больше не будет никаких засранцев.
Да, проще будет вот так до него добраться. А никак, да? Забрались прямо на крышу. Это сильно напоминает место, где ты в Symphony of the Night на крыше тогда находил амулет для двойного прыжка. Сволочи демонюги. Пиздец. Это слишком многовато противников, и, блядь, последняя Хелсина. И придется весь уровень заново начинать. Не очень хочу. Походу придется. То есть это маг. Эй! Блять, и как мне от этого избавиться, мага? А, я должен был здесь проиграть. Окей, типа он меня тут завалил. Да, я превратил в этого. Неважно, как я... Что бы я ни делал, я не смог убить этого мага. Проклятого. Чёртова мага. Но почему? После того, как он обратил меня, я, короче, устроил рампагу, да, убивая все на своем пути и всех, кто ко мне встречался. Я не мог себя контролировать. Но я мог видеть абсолютно все. Боже мой, это было ужасно. Я тоже. Направляюсь в замок, чтобы уничтожить Дракулу. Не хочешь присоединиться ко мне? Серьезно? После того, как я пытался убить тебя? А откуда ты знаешь, что ты можешь мне доверять? Хм, а я не знаю. Но всегда есть сила в числе. У тебя есть яйца, мой друг? Ха, меня зовут Грант. Грант Денасти. Приятно с тобой познакомиться, охотник. А меня зовут Тревор Бельмонт, из дома Бельмонт. А, ты действительно серьезен? Ну тогда Дракула вообще не увидит, что ему вмазало, да? Вперед. И теперь мы вдвоем. Я думаю, с Грантом проходить будет, молясь, попроще в некоторых местах, просто потому что я могу ползать по стенкам. И теперь мы идем, блядь, назад. Наверное, здесь нет развилок сюжетных, будет одна, и, скорее всего, сейчас мы пойдем доставать Сифу. Че, мужики, заплетали в лесу? Если это так, по идее своей мы должны отправиться сейчас на кладбище, где Сифа стоит, и там должен быть босс-циклоп или что-то такое. Возможно, не факт. И я опять не могу поменять персонажей. Почему? Типа это доступно мне будет только потом, когда мы соберем всех троих. Я могу, наверное, запрыгнуть? Ясно. Глупый вопрос. Хуйня в том, что, по крайней мере, я начну отсюда. Так что заебись. А теперь этих гадов убивать будет сложнее. 4 ударов, а не с 2. И магия не работает, когда у меня нету оружия. То есть это не как в других косоланиях, что у тебя без оружия, да, хлыст начинает гореть. Здесь, как в оригинале, хлыст у тебя огненным становится только после 2 поднятий. Ладно, будем действовать аккуратнее. Жалко, что их не убивает эта штука. Экран геймера просто дед,
который вскапывает грядку на даче. Ну, должно же быть что-то хорошее, да? Блять, хитбокс этого гада больше, чем он выглядит. И капец, эти призраки, конечно, урона наносят. 4 единички. Эй, это моя фича, ты сволочь. Блять, я за 5 магию использовал, балбес. Походу я убил всех скелетов на этой карте. Нет? А, вот оно как работает. И заебись работает. Но с другой стороны, так даже выгоднее. Я трачу только магию и не трачу сердца на использование. Поэтому, блять, святая вода в этой игре крайне охуетительно работает. Потому что натурально магия восстанавливается достаточно быстро, я не трачу сердец на ее использование. И это убивает вполне себе быстро почти все. Кресты. Ладно, я, пожалуй, в этот раз, как его, ну, пропущу момент. Усюка. Немножко в тайминг не попал. Так, размажь статую союзника, чтобы ты смог взять его с собой на этот уровень. А. Вот теперь понятно. То есть я могу в некоторых местах выбирать себе помощника, да? А я могу, интересно, нескольких взять? Так. И так как статуя 3, скорее всего, это Сифа, это Грант и Алукард, получается. Блять, гребаные цветы. Я вот не помню, я находил в третьей части Алукарда или нет. Ну, когда проходил первый раз ее сам по себе. Так, эта штука же что-то должна делать, да? Нет. Так, надеюсь, молнии не будут урон наносить, это будет немножко неприятно. Блять, эта молния по мне бьет, или это я под, сука, шар попадаю? Понятно, здоровье тоже не это. Не сохраняется. Хуёво. Совсем-совсем хуёво. Блять, курочку бы найти. Топор прикольно, но нет, все-таки оставим на босса, попробуем эту святую воду. Дайте мне курочку, сволочи. Кушать охота Тревору. А, я знаю это блядское место. Вот эти твари здесь будут просто миллиардами. И кажется, здесь потом появятся совы, да? По 3, но не так много. До этого, по-моему, они выскакивали. И они выше выскакивали. Так что здесь это как-то даже смехотворно, эти медузы работают, или грибы, или хуй пойми, что это такое. Так, чекпоинт. Неплохо. Рисковать не будем, у меня 2 хелса.
Так, не на весь экран действует, смотрите, на определенную область, но причем широкую. Довольно-таки. Ага. Ебучие пауканы. Вот вас только, блять, тут не хватало. А, на него не действует. Это по крайней мере сделало меня. Прошлый ремейк выглядел и работал технологичнее, я бы сказал. Уф. А назад я вернуться уже не могу. А что было бы, если бы я пошел туда? А хуй его знает. А, вот и Сифа. Ее охраняет Циклоп. Так. Зараза. Блин. Если бы я два раза смог выжить, я бы применил эту штуку. Так, где я, кстати? А, внизу. А что? Я пошел. Ну, теперь будет молять сложнее. Хотя, если мне... А вот сейчас, кстати, посмотрим, что будет, если пойду дальше. О, я получаю, кстати, временную неуязвимость, если делаю вот так вот. На секундочку буквально. Только сейчас почему-то обратил внимание. А, там что-то есть как будто бы, да? Будто вода какая-то. Хуйня. Там невидимая стена, я не смог прыгнуть дальше. Ха. Вот так вот залезьте просто, да? К сожалению. Блин. Если попасть в удачный тайминг, этот хуй меня не бьет. Блять. Единственный момент, когда он меня хватает, это вот когда едет. Ну, бля, Гранд там как будто проще проходить на самом деле. Ну-ка. И у Гранта всегда есть его... Ага. Здесь может только Тревор сбивать эти штуки, да? Окей. Да, блять. Тревор, ёбаный свет. Да, походу первый раз я словил багулину, короче, в игре. Поэтому у меня он так быстро отъехал. Сука. Хитбокс у него становится пиздец как ширше, я бы сказал. Но технически за циклопа все-таки за этого проходить проще. За Династи. Да, блинский.
Да блять, ну ты издеваешься. Жизни кончаются. Я в курсе. Придется заново проходить. Здорово, Сергей, кстати. Чё-то не обратил внимания, что ты пришел. Один хуй, ни хера не трачу, только кроме времени на то, чтобы это сделать. Так что удобно. Плюс я еще пиздец какой неуязвимый в этот момент. Отлично. Магия действует. Сбил ворону дождем. Нехер летать, как говорится, в мокрую погоду. Можно было, конечно, кресты, но... Пелины были, по-моему, кстати, в оригинале. Но, походу, они не нашли... Хотя, блядь, буквально в симфонии можно... Не зря я здесь перепрыгивал тогда. Что-то я решил, что здесь все-таки будет это... Бодрее. Если я просто пройду... Грёбаный цветик, семицветик. Походу моделька Филина не это какого. Из симфонии или, допустим, хотя бы из... как её этой? Скажите мне, скажу вам. Как её там, блядь, называли? Dawn of Sorrow или Aria of Sorrow. Не подошла. Не достал. Очки и магия тоже не отнимает. Блин, да ей здесь пользоваться выгодно. То есть никаких негативных эффектов она не приносит. Она дает тебе бессмертие, она валит быстро противников. Единственное, что ты стоишь на месте, двигаться не можешь. Но в этот момент абсолютно неуязвимый, так что тоже неплохо. Можно, наверное, чередовать это... Использовать Гранта с его высокими прыжками, чтобы время выигрывать. А потом переключаться на Тревора. Блять. И использовать магию.
У крестов, если я правильно понимаю, какую магию они принцип используют, гораздо ограниченнее этот область применения. Так что пока оставим эту. Понятно, то есть в отличие от оригинала, ты можешь таскать с собой, получается, только одного персонажа из трех. Раньше можно было переключаться между ними. Перед всеми ними. Причем у каждого из них был свой хелсбар, а здесь хелсбар общий для всех. Ну такое. С одной стороны, конечно, прикольно, с другой стороны... Сложнее, я бы сказал, местами будет. Ну чё, погода плохая. Вот тебе и вода дополнительно сверху. Вот единственное, что из-за того, что магия такая удобная, применять просто так оружие становится малость... лучше бесполезным, неэффективным. Ну да, у тебя, конечно, есть время на то, чтобы магия восстановилась, но она восстанавливается буквально в течение 5 секунд. Так что... Опять-таки... Снимает необходимо... Опа! А летающие были в прошлый раз? Да, не было. Походу, мне повезло опять багануть игру каким-то макаром. Что тогда здесь были только две вот таких. Ну, не две, ну. В смысле, просто лежачие. Блять, быстрее убить их с помощью вот этой хуйни. А так придется 4 раза это делать. Ха-ха! Не попал. Вот пауки почему-то не умирают. Ладно, хуй с тобой. Не умирает, а ладно. Нафиг иди, паукан. Там как будто бы водопад слева какой-то, но его не видно отсюда. И вот мы снова добрались до босса. И ни одной курочки рядышком. Жопка. А может быть только одним персонажем. Нормально. Из-за того, что у меня есть фреймы бессмертия, пока я делаю кувырок назад, я могу это... Да. Из-за того, что у меня есть фреймы бессмертия за кувырка назад, я могу просто пройти сквозь босса, если тайминг соблюдаю, и не получить при этом урона. Или получить минимальный урон. В общем, святая вода решает. А вот и Сифа. Благодарю тебя. Я не думал, что кто-либо останется еще, чтобы уничтожить этого тварь. Так, миледи.
типа, пожалуйста, миледи, меня зовут Трейвор Бельмонт, а я Сифа Бельнадес, охотник на вампиров и спикер какой-то там. Похоже, ты не слишком много охотилась в последнее время, да? Или тебе не повезло поохотиться? В общем, я отправилась из монастыря, чтобы отточить свои навыки. Ну ладно, в этом месте я нашла что-то... Точнее, кого-то, кто действительно смог мне помочь. Так. О, если у меня нету магии, я себе защиту делаю. Мощно. Да. Пока действует магия, она неуязвима. И получается, магия... То есть, на кнопку магии действует. Прикольный, кстати, эффект. На кнопку второстепенного оружия действует использование магии. На кнопку магии получается неуязвимость. Не, прикольный эффект. И музычка охуенная. Кстати, эффект параллакса, да, прикольный еще, когда мы спускаемся вниз. Отличный мост. Честно, капец ему ударов нужно нанести, чтобы он отъехал. С другой стороны, юзать по КД магию для того, чтобы она их убивала и не получала урон, тема. У тебя 4 утра. Да, к сожалению, у меня 4 утра. Впереди. Ай, зараза. Успеется. У меня выходной, я могу тратить его как хочу. Тем более свои дела я сделал, комприв я уже отправил. С Ванзиком Наршада прошел. Опа, ледяная магия, ну-ка. Это нравится мне больше. Магия огня, конечно, наверное, мощная, но ледяная... Во все стороны еще и замораживает. Скорее всего, после заморозки я могу противников разбивать ударом, да? Сейчас проверим. Незаслуженный комп. И чем же она могла его заслужить? Да, с одного удара разбивается. Ой, нифига как долго действует. Я думал, он сейчас разморозится. Так, двойного прыжка у Сифы нет. О, нифига, он еще и тут замерз. А ничем. О, чекпоинт. Потратить буквально секундочку, чтобы наложить на себя этот. Слишком много это. Так, и чувак замерзший. Скорее всего, тоже баг. Или как-то эти связаны между собой. Локации, потому что, походу, один из моих шипов улетел сюда. Выглядит, конечно, забавно.
Ну вот это место с боссом. Интересно, босса он также морозит или нет? Девушка из Экклесии, которая шила нам платье. Интересно, что она тут делает? Что ты сделаешь так глубоко в лесу? Это очень опасно. Пойдем, я могу отвезти тебя в безопасное место. О, и вообще-то я бы хотел, чтобы... Вообще-то ты должна о себе волноваться. И превратила нас в камень. После того, как я... На меня наложили это заклинание, это существо... Убивала всех, кто пришел сюда, до тех пор, пока ты не пришел сюда. Ну, я рад, что помог тебе, Сифа. Мой компаньон и я направляемся в Кассалванию. Мы должны положить конец злу, которое наводнило эти земли. Это была бы честь, если бы я могла присоединиться к тебе, Тревор. Дракула должен заплатить за все, что он сделал с нашим... Ну, что делал для нашим людям. Как пожелаете, миледи. Любой, кто враг Дракулы, друг нам. Ну, а также она его будущая жена, если... По сюжету, по лору, да? И объект желаний Династии, если взять в сюжет эту, как ее... Judgment. Один хочет, второй дрочит, как говорится, да? Болото каких-то придурков. Ебучая лягушка. Придурочная лягушка, я бы сказал. Святая вода слишком мощное оружие, чтобы просто так ее выкидывать. Точно, святая вода, я про нее забыл. Так, лягушки любят влагу, но походу не святую. Теперь мы знаем, лягухи это порождение сатаны. Так что увидите лягушку, лейте на нее святую воду. Им это не нравится. Судя по всему. Ого! Я где-то помню таких вот. И знаете что? Вот такие мудменши. Мне даже нравятся. Мое почтение художникам. Сука. Можно, конечно, так пройти, но, скорее всего, меня завалят и мыши, и мудменши. Удушающий грязный прием титьками сделают. Так, давай, сука. Рискнул, Никнус. Ладно, рискнем. Третий уровень. Блять. Да ебаный ты свет, запрыгни уже. Так, походу... А, нет, действует. На всякий случай. Да, все-таки хитбокс у них именно такой. Неприятный, я бы сказал. Я пиздец. Ужасное место, честно слово. А, я не тону. Блять, я думал, что я все, пиздец. То есть это не как в оригинале, да, что ты можешь утонуть, если это...
Ай, ладно. Меня завалили титьками. Неплохая смерть. Ты не сможешь меня здесь достать, противная жаба. Я победил. Ха-ха, лошары. Блять, правда, теперь я не могу вылезти. Ладно. Блять, умри, порождение тьмы. И хватит меня лизать. Леди. Блять. Все-таки у них хитбокс больше, чем выглядит. Короче, выгоднее пройти все-таки по низу. А потом просто запрыгнуть вовремя на эту штуку. Потому что летучие мыши так тебя не трогают. А вон меньше умирает довольно быстро. А здесь будет самое сложное. Поймать тайминг прыжков. И муд меньше. Ну, мне хана, кажется. Сука. Походу, я здесь застрял надолго. Сидит у меня прямо, сука, на голове. Да твою ж мать, а! Сволочь тупая. Это вот... Блять, те же самые эти игры, блять, из предыдущих игр также действуют. Флиманы, по-другому. Какая, сука, ужасная противничья тварь. Умрите, твари. Так, ладно, вернемся к нашим мадамам. По-хорошему, надо, блять, умудряться проехать поверху. Да ебаный свет, ну хватит вылазить, блять, из-под земли, а. Сука! Прямо вот под ногами вылезла и опять задушила титьками. Да что ж такое? По-моему, это, блядь, болото сложнее, чем было в оригинале. Ты, сволочь, издеваешься. Падла, не потеряв половину здоровья, хуй пройдешь.
Ну ладно, с двумя улучшайками эти девки, по крайней мере, отваливаются с одного удара. Блять. Не в ту сторону. Я могу, интересно, так запрыгнуть? Ну, давай. Бельмон, ебаный светильник. Что ж ты такой этот? О, али мать его луя. После стольких ебаных лет. На самой последней жизни, все как обычно. Не, нахер. В данном случае давайте Сифу возьмем. Что за хрень? А, я на него просто залез сверху. Так, огонь, конечно, хорошо, но лед действует дальше. Лет уже, как ее курочка не выпадала. А вот здесь, скорее всего, я потону. Ебать их здесь просто. Кошмар какой-то. Ладно, вперед. Не зря здесь Сифу взял. Как чуял, что пригодится. Это для Тревора. Темно, пиздец. Ага. Большая мыша, точно. Ай, говно. Блять. Сюка. Уебищная мышь. И fuck my life с самого начала все. Помогата была. Давай, прыгай сюда, жабра соль ужасная. Ладно, уже лучше, чем в прошлый раз. Вообще, Сифу надо выдавать немножко пораньше. Чтобы можно было на тот момент с девками пройти гораздо-гораздо проще. Да, блять. Я думал, я ударю. Какого хрена?
Да ёбаная летучая мышь, откуда ты здесь взялась? Подожди, а... Блять! А нахуя я ждал? О, магадабл. То есть я мог просто... То есть все это время я мог просто вот, вот так вот... Не, ну шарик, ты балбес. Не, реально, шарик, ты балбес. Ты мог все это уже пройти без всяких этих, а... Блять, не то. Игра тебя зашкалила. Сука. Я взял не того персонажа. Поэтому я не хотел брать крест, потому что у него крайне маленький хитбокс атаки. Потому что магия здесь используется из других косолваний. Поэтому и работает она здесь. Короче, святая вода рулит. И вот сейчас будет жопа проходить. Потому что, блять. Ну вот это хуй знает как. Если... Блять. Так, пока не появились. Всплывай. Есть. Пиздец, правда, здоровье, конечно, на один тычок, блять. Девчат, вы куда? Ваше место не тут. Даже так. Ладно, хуй с ним. В этот раз крест пригодился. Урон он нанес прям вот как надо. Наконец-то этот уродливый уровень закончился. Пещера Лукарда. Ну, а Лукарда же мне... Так, зубат грёбаный. А. Ладно, мышь. Ты мне вроде бы не враг, но я надеюсь. В крайнем случае... Святая вода, но ладно. Ха! Огненный демон, и против него святая вода, по-моему, вообще заебись. А чё, иди ты нахер. Прыгает он на меня тут. Не хочу сражаться. Ого. Какой здоровый. Глаз. Там наверху что-то есть. Я туда не доехал. Ладно. Можем попробовать отседова. Топоры.
Нет, топоры и ультимейт мне не особо зашел. Нет, топоры прикольная штука, но... Если у нас есть... Нет, в этот раз Сифа и только Сифа. Ее неуязвимость тема. А кто там стучится? Ой, хорошо не умер с одного удара, да? Надо было прыгнуть обратным этим, назад. Ну вот тут я не уверен, честно. Ладно, проверим. А, огненный демон не замерзает. Ну, логично, с одной стороны. Ладно, хуй с ним, рискнем. А вот и крипт Лукарда. И что, ты сейчас будешь мне боссом, Алукард? Нихуя, он здоровый. И у него способности Дракулы, но способности Дракулы этого. Только с летучими мышами. Ай. Тупая мышь. Понятно, неуязвимый ублюдок. Все-таки святая это была бы поприкольнее вода. Она закрывала бы весь экран. И ловила бы летучую мышь лучше. Но от крестов урон повыше был. Очень впечатляюще. Слухи были правдивы, что ты настолько мощен, насколько я слышал. А кто ты, черт подери, такой? Откуда ты обо мне знаешь? Я знаю все насчет тебя, Тревор Бельмонт. Изгнан своими собственными людьми за страх твоих необычных сил. Ты все еще не ответил на мой вопрос. Эдриан Фаренхайт Тепиш, Цепиш, или можешь звать меня Лукард. Я был в глубоких сном, пока был не разбужен злом, которое захватило эти земли. Да, короче, я был в этом, это когда... И все же ты на меня напал по своей собственной воле. Ты сопытаешься напасть на Дракулу? Я должен буду удостовериться. Удостовериться в чем? Что ты способен уничтожить Дракулу? Ну понятно. Проверка, ёпта, Алукардовская. Трагический принц. О, прикольно. То есть за счет магии я могу летать. Что для магии а-ля папка, он довольно мало урона наносит. Тоже кослованевская карта. Упс, не то нажал. А.
О, я могу стрелять с помощью этой хуйни. Причем я, получается, наношу урон, пока я влетаю за счет мыши. И музыка, кстати говоря, симфоническая пошла. Блин, его способность забирает слишком много магии. Я что, сейчас с легионом буду, что ли, сражаться? Вон Кослование на заднем фоне. А, не. А вот он, босс, большой скелет. Ладно, это был наисамый простейший босс, который есть в игре. Ну что, и все, что ли? Я знал, что слишком рано проснулся, так что должен был собраться с силами, чтобы я не хотел, короче, идти в это место неподготовленным. Так что, как видишь, я оставался здесь до тех пор, ну, и собирал свою силу. И бросал вызов любому храбрецу, который пытался добраться до замка. И ты, Бельмонт, меня не разочаровал. Присоединяйся к нам, Алукард, с твоими силами. Наша победа, ну, стопроцентна. Как пожелаешь, охотник, я к твоим услугам. Или пожелайте, охотники, да. Их же множественное число. Все, целая блядская армия. Но все равно Сифа рулит, она бессмертна. Местами. Хотя второстепенное оружие у Тревора круче. Проклятые катакомбы. Ладно, Ребзи, наверное, действительно, на сегодня пока что все. Я пойду спать ложиться. Вот. Завтра или когда там продолжим. Если даже мы пройдем игру быстро, тут буквально останется парочку глав на самом-то деле. У нас есть третья часть, которая следующая, фанатская, так что можем на ней сосредоточиться. Ладно, пока что всем давайте, всем пока, увидимся уже завтра. Ну, для вас завтра, для меня сегодня, но чуть попозже.